суетился, не берег и не скупился, не ценил. Годы и часы мгновения отпускал без сожаления, не грустил. Верил людям без оглядки, не играл судьбою в прятки, не юлил, не сгорал от зла и мести, сочинял стихи и песни, тем и жил. Но о том, что жизнь не бесконечна, сожалею и не успеваю излечиться от недуга, написать письмо.